Нет для женщины большего счастья, чем радость материнства. В преддверии 8 марта сотрудники Комитета по делам молодежи городской администрации совместно с молодогвардейцами решили подарить новоиспеченным мамам еще больше радости. Цветами посетили 4-й роддом. В канун праздника всегда приятно поздравить наших женщин с таким замечательным днем. И, конечно, те женщины, которые нам эту жизнь дают, поэтому мы и пришли сегодня в родильный дом, чтобы совершить эту важную, почетную, ответственную миссию, пожелать женщинам здоровья, удачи. Конечно, тяжело, и психоэмоциональный комфорт – это очень важно для женщины. Я думаю, что наш позитив, наши цветы добавят в жизнь каждой женщины улыбки и счастья. Сначала маленькие букетики тюльпанов подарили будущим мамам, у которых радостные события уже не за горами. Затем по скромному букету вручили и девушкам, которые уже могут держать своих малышей на руках. Самих мамочек такое поздравление приятно удивило. Было очень приятно, тем более и так у нас праздник, родился малыш, и в преддверии такого праздника очень было приятно. Очень, кстати, для тюльпанов. Угадали. Материнство – нелегкий труд. И то, что эти девушки решились на такой ответственный шаг, уже достойно уважения. Теперь по одному цветку жизни у них уже есть. Но для женщин цветов никогда не бывает много. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.